Привет-привет, дорогие подписчики и зрители, всяко разное из Китая, я вас приветствую. Ну, у нас сегодня на распаковочке два пакета из Китая, с сайта AliExpress. Без трек-номера, без... Да, тоже без... А, нет, вру. RG, этот с трек-номером. Этот с трек-номером, этот без трек-номера. В общем, это, по-моему, на ощупь. Сейчас мы с вами посмотрим. Но на ощупь я уже догадался, что это. Если это то. Так, здесь пакет в пакете. Все замаскировано. О, есть. Да, это оно. У меня уже распаковочка где-то была. Такого талисмана. В общем, на удачу. К деньгам она приносит. Вот такой китайский талисман. Он у меня уже где-то есть в распаковках. То есть, ну, висит у меня сейчас на кухне. В общем, мне мои дорогие... Вы, мои дорогие подписчики, подсказали, что по фен-чую надо вешать вот этот талисман в правом углу, по-моему, на восток или, по-моему, на восток, да, правый восточный угол квартиры там или в комнате. Ну, в общем, повесил я и сейчас ожидаю кучу денег. Ну, вот еще одна пришла, сейчас будет еще больше денег. Сейчас найду еще угол. Нет, ну я не знаю, эту я хочу в машину повесить на зеркало. Будет, наверное, смотреться прикольно. Потому что выглядит симпатично. Вот такой вот талисманчик. Ссылочку оставлю под видео, если, может, кому-то заинтересует. Там у него разнообразные есть еще талисманы. В общем, это все сделано из отдельных частей. Вот эти монетки отдельные. Большая круглая, две штуки в середине тоже отдельные. И все вместе связано вот такой красной блестящей нитью. Здесь такая вот висюлька. В общем, прикольно сделано все. Они металлические. Дождался, наконец-то. Нож шла очень долго. Тот талисман мне пришел уже, наверное, месяца два назад, а этот вот только дошел. Я уже вчера, буквально вчера думал, что, наверное, продавец решил немножко меня обмануть и выслал только один. Хотя заказывал, да, двумя разными посылками, но попросил его, или не просил, я не помню. Ну, в общем, отправил-то он мне в одно время, но пришла, видите, с разницей два месяца почти. Такое чувство, что он мне одно отправил, проверил, подтвердил я или нет, и после этого отправил вторую. Наверное, так он и сделал. Так, ладно, смотрим, что здесь у нас. Здесь у нас с трек-номером. Оценена у нас в $2.48. И здесь... Что это вообще? Таймер. Таймер, короче, написано. Какой-то таймер. О, таймер, точно. Это мои долгожданные, оригинальные юки часы. Так, все, там больше ничего нету, пупырка. Вот они. О, блин, ну смотрятся вообще шикарно. Так, давайте вскроем. О, вообще классные часики. Мне уже нравятся. Так. Смотрим. Давайте я вам зумирую немножко. Так, уже они тикают. В общем, смотрите, ребятки, какие прикольные часики. Выглядят очень оригинально. Здесь у нас стекло показывает дату, ну, секунды, часы и время. В общем, и также, видите, такой дисплей интересный, шкала времени, необычная. В общем, выглядят и... Ну, мне очень понравилось сочетание вот этих цветов, такой бежевый цвет и такая коричневая кожа, в общем, с металлом. В общем, смотрится вообще оригинально, прикольно. Мне, ну, не знаю, кому как, конечно, мне очень понравилось. Так, с обратной стороны что мы смотрим? Там сталь, 10 метров водонепроницаемый написано. А здесь это что у нас? А, это запотело, это я держу. Прохладно на улице. Потеет. Так, здесь идет у нас такой вот... даже не знаю, как правильно прочесть. Юки какие-то. В общем, написано, у китайцев написано на сайте, что это оригинальные юки часы. Вот такие вот. Ну, давайте примерим их, что ли. Как они на руке хоть смотрятся. Так, ладно, вот так сделаем. Да что ты будешь делать? Ну, как-то так. Ну что, скажу я вам. Довольно так смотрятся неплохо. Так, ну не знаю, кому как, но смотрятся так богато. По-богатому смотрятся, дорого смотрятся. И выглядят, в принципе, очень круто. Я не знаю, вам покажу, может, попробую еще ближе сделать зум.
Ну, качество вообще просто на высоте, ребятки, честное слово. Вот так, ближе уже, наверное, не пойдет. Вот так. Как видите, выполнено вообще все четко, никаких размытий там, вот как обычно, есть такие китайские вещи. Мелкие надписи размыты или смазаны. Нет, здесь очень все качественно сделано. Ну, блин, конечно, очень круто. Здесь пленочка, голограмма какая-то. И, как видите, вот все данные. Классные часики. Я не пожалел, что их заказал. В общем, ребятки, ссылочку оставлю под видео. Часы электронные, то есть на батарейке. Тут заводить не надо. Это просто для регулировки времени. Вот стрелки двигаются. Все крутится. Так, а дату как переставлять? Сейчас, кстати, проверим, работает ли дата. Переключение даты. Так, это мы крутим. О, ну пошла, смотрите, оп, 16. 16 стало, видели, да? Ну, видели, наверное, увидели. В общем, классно, все работает, дата переключается, показывает время. Супер часики. Классные, мне нравятся, очень нравятся. Ну все, ребятки, ссылочки оставлю под видео. Заходите, интересуйтесь, если запросто можете брать. Часы особенно без проблем можно брать. Идет, дал трек номер, в общем, шли, в принципе, терпимо, месяц. Все пришло, все классно выглядит. Ну, ремешок, конечно же, дермантин, но ну, выполнен как на всех обычных часах. Но выглядит классно. Ну все, ребятки, надеюсь, вам понравилось мое видео, моя распаковочка. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки, спасибо за подписку. Желаю вам огромного здоровья, позитива по жизни. Пока-пока.